Вот такая плата пришла с AliExpress за 1200 примерно. Дополнительное питание для USB выходных. Чип ASM 3142. В комментариях напишу, заработало или нет. Вот смотрите, стабилизатор даже подписано на сколько вольт. Вот так эта радость вставляется в полноразмерный PCI Express X16. В X1 не влазит, но в интернете отламывали заднюю перемычку и вставляли. Работало на половинной скорости. Пришлось отломать перемычку серую, которая железо корпуса, потому что USB разъемы слишком высоко стоят и задевают за перемычку межслотовую, так сказать. Выкусил кусачками я ее. Потому что если вставлять удлинитель USB 3.0, то он своей рубашкой будет задевать, пластиковой рубашкой будет задевать за эту перемычку.